Всем привет! Сегодня 21 апреля. Вот решил поснимать молодняк. Уже он на голове появляются точки красные. Пеньки полезли. Отсадил их вот в клетку побольше, тут отдельно. Вот теперь вся банда здесь сидит у меня. Вот такие малышнят. Здесь зелененький, желтенький будет. Вот там всю кормушку перевернули, весь корм рассыпали, как поросята. Он спускается кушать. Все там перевернули, как всегда. Такая банда тут у меня, стайка целая. Растут нормально все. Сейчас, если перелиняют, будет хорошо. Вот, улетают в обе щеки. Сейчас посмотрим, что у нас там с птенцами. Вон у одного уже пенек на крыле пошли. Линька, вернее, на крыле пошла. Голова краснеет. Там пеньки полезли. И на крыле фиолетовое такое пятнышко появилось. Ладно, пойдем посмотрим, что там с птенцами у взрослых. Так, он синий, собирается, не собирается птенцов кормить. Мамочка синяя. Тут певцы наши, самцы сидят. Thank you.
Так, сейчас посмотрим птенцов. Что там, как они подросли. Так, вот самочки здесь у нас. Смотрим птенцов. Так, здесь и зелененькие у нас. Ну, как подросли. Один малюсенький. И четыре здоровых лба. Вот этот самый маленький малючек. Он схватился. Ну-ка, покажись, какой. О, какой горластый. Сердечко бьется, как. Вот крокодил такой здоровый. Меня уже насрал на руку. Смотрим у синих. Тут вон три штучки. Один вон совсем белый какой-то. Зубики полны, кормят хорошо. А это кто у нас, тоже непонятно. Думал синий, какой-то белый, но точно не желтый. Ладно, подрастет, посмотрим. Похож. Возможно, будет синенький, вот с отливчиком крылья. Так подросли за несколько дней. Тут газеты натягали. Тут желтенькие отложили. 5 яиц. Посмотрим, что там будет у них. Вот такие 3 домика. На улице дождюка был. Сейчас пасмурно, такая погодка. Вот снег полностью растаял. Еще листьев нету на деревьях. Ждем, когда тут все расцветет. Вот самец полез проверять за мной, все на месте там или нет. Второй самец полез. Самочка полезла не в свой домик. По-моему, она и там кормит. Я вообще в шоке. Она и уже и зеленых кормит, и своих. Обалдеть. Травку решили поесть. Ну, теперь морковочку их решили закусить. Теперь самец пошел кормить. Везет им там и синие подкармливают, и свои родители.
Вот синий к своим полетел. После меня проверяет там все на месте. Давай, залазь, все на месте, ничего не трогал. Какой внимательный, все там прям просмотрю. Кормил. Ну, а этот папашка. Для меня стесняется. Не хочет лезть там. Сколько можно ждать-то? Ну, наполовину залез. Все, пошел кормить. Распищались. Ну а на этом все. Всем пока.